Каникулы уже на старте. Чтобы они запомнились надолго, тщательно распланируйте график отдыха. А мы вам в этом поможем. Одевайтесь потеплее и вперед за острыми ощущениями. Любителям скорости пора оседлать снегоходы. Промчаться с ветерком можно, например, на базе отдыха «Усадьба». Это всего в 7 километрах от города. Удовольствие обойдется вам в 1200 рублей за первые полчаса. Все последующие 30 минутки будут стоить 800. Ну а если кататься вдвоем, то за пассажира придется доплатить еще 500 рублей. Совершенно бесплатно можно покататься на лыжах, если они у вас есть. Гилевская роща и база отдыха «Спортмода» ждут всех желающих. Отсутствует инвентарь – не беда. Полный комплект для веселых покатушек обойдется примерно в 150 рублей за час. Плюшки, ледянки, санки. Покупаем инвентарь, а вот катаемся с горок бесплатно. На этот раз мест для таких развлечений в Тюмени предостаточно. Большими ледяными постройками, как всегда, порадует Войновка. Два неплохих спуска есть в поселке Боровском. На пешеходном бульваре вы получите удовольствие не только от катания, но и от окружающей красоты. А жители лесобазы и Заречного микрорайона смогут прокатиться с ветерком прямо недалеко от дома. Любителям снежных трасс в Тюмени не разгуляться. Но начинающим сноубордистам можно отправиться на Воронинские горки или базу отдыха Кулига. Полное обмундирование для скоростных спусков обойдется примерно в 500 рублей за один час. Если в аренду брать только доску и ботинки, то это будет стоить дешевле – около 300. Здесь вы не только прокатитесь с ветерком, но и узнаете много интересного о братьях наших меньших. В клубе северных ездовых собак «Сибирские хаски» расскажут, как правильно запрягать четвероногих друзей и готовить их к соревнованиям. Ну и, конечно же, собачья упряжка промчит вас по кругу. Взрослых за 600 рублей, детям удовольствие обойдется дешевле – 400. 2 километра незабываемых эмоций. А вот самоедские лайки на базе отдыха «Кулига» берут дороже – 350 рублей за 250 метров. Ну что, поехали?